Привет, друзья! Последний раз я появлялся на экранах, когда мой вес был где-то 107 килограмм. Сейчас мой вес 112 килограмм. Ну, а вообще, если так рассуждать, за последние 2 месяца я набрал где-то килограммов 17. Ну, и, конечно, это не вполне укладывается в сознание многих людей, которые годами ходят в зал, мечтают поправиться, уже набрать что-нибудь, и вес даже на килограмм за год не вырастает. Давайте обратимся в прошлое. Когда я начал заниматься бодибилдингом, в течение 3 лет мой жим лежа был 60-70 килограмм, он вообще почти не рос. Ну вот дорос до 65 и все, остановился. Никто не верил, что я хожу в зал вообще, потому что изменений вообще не было. Ну а питание вообще ничего не слышал. То есть нам никто про питание, даже про тренировки никто не рассказывал. Про питание мы ничего не знали. Какие-то слухи ходили, что надо есть что-то. Или... Но сколько надо есть, чего надо есть, мы не знали. Ну, то есть вообще было ноль информации. Неудивительно, что результата не было. Когда человек резко набирает или сбрасывает 20 килограмм, если он набирает 20 килограмм, говорят, все, заплыл, сустанон, дека, метан, все ясно. Если он сбрасывает резко 2 килограмма, все говорят, а, понятно, гормон роста, пептиды, жиросжигатели, ДНП, злостный химик. В принципе, это, ну... Самая простая реакция людей, которые не понимают, что нужно делать. Так вот, прозанимавшись 3 года, я изменил свою методику тренировок. Процесс по чуть-чуть пошел. Начали расти мышечные объемы, силовые показатели. Потом я еще изменил методику, еще менял свою программу. Убрал одну ошибку, вторую, третью. И тут все сложилось так, бах! За год я набираю 18 килограмм. Но сейчас процесс уже отлажен, методика уже сформирована, тоже книга у меня есть, методика тренировок, я все жду, когда ее на сайте поставит мой, скажем так, друг, который занимается инфопродуктами, чтобы можно было по доступной цене приобрести. Пока просто рассылаю друзьям бесплатно эту методику, первое издание моей книги. Но давайте вернемся к теме набора веса. Всем, наверное, очень интересно, как же набрать за несколько месяцев 20 килограмм? Питание и тренировки должны быть такими, чтобы легко обеспечить быстрый прирост. Я для себя точно понял, что максимальный прорыв у меня был в 2005 году, когда я очень сильно ожирел, разъелся, очень много ел. Наел себе 112,5 килограмм, при том, что мой естественный вес килограмм 80, если я не тренируюсь. Просушился и получилось 90 килограмм сухой мышечной массы. С тех пор я никогда так не разъедался, и, собственно говоря, масса мышечной прирастала у меня, но она росла очень медленно, несмотря на правильную методику тренировок. Но набрал за несколько лет последующих, несколько килограмм мышечной массы, причем жир заменился на мышцы, как бы параллельно шло жиросжигание, уплотнился. Все равно мой постоянный вес, как бы когда я в такой неплохой форме, 100 килограмм. Ну и мне это надоело, хотя для многих это идеальная форма, 100 килограмм с кубиками. Сейчас я решил разъедаться и наесть больше, чем мой максимальный жизненный рекорд, 112,5 килограмм. Вы будете за этим наблюдать. Так вот, питание просто сумасшедшее. Съел рис, съел курицу, пошел съел кусок торта или что-нибудь с сахаром, там пирог какой-нибудь. С яблоками. И ночью встаю и тоже ем пироги с яблоками. Или там, допустим, десерты. И там йогурт. Вот у меня с собой всегда литр йогурта калорийного с сахаром. Раз только вспомнил, раз выпил. Поэтому отнюдь не белок мой секрет, не прием какого-то особенного протеина. Не уколы протеина, а огромные порции пищи. Большие блюда с едой. Частые большие порции. Вот секрет мышечной массы. Это большое количество килокалорий. И как его усвоить? Многие худенькие едят, не могут усвоить. Ешьте вот пироги. Мне нравится, например, пироговая диета. Легко усваивается, тает во рту. К сожалению, простые углеводы – это верный друг набора мышечной массы. Покачал бицепс, выпил какой-нибудь самодельный гейнер. Там, несомненно, должен присутствовать и сахар, то есть простые углеводы.
Можно просто в миксере взбить молоко, овсяные хлопья, мед, там, сахар. Ну, банан не идеальный вариант, но можно в крайнем случае и бананы, и ягоды какие-то. То есть нужны калорийные напитки после тренировки и вообще постоянно много калорийной еды. И вот именно это и разрывает меня, именно это, именно поэтому я заплываю жиром, мне делаются вот такие вот щеки. Вот. И все это уродство мне приходится терпеть. Как бы понимать, что я мог бы сейчас ходить с кубиками пресса, годами быть в идеальной форме. Но мне хочется большего. Я считаю, что тот, кто не растет, он регрессирует. Поэтому я принимаю решение экстремально набрать, пусть даже вместе с жиром. Потом просушиться, но получить несколько килограмм мышечной массы в более короткие сроки, чем я бы ее набирал бы еще 10 лет. Лучше помучаюсь, но сделаю это за год. Это основной принцип моей методики. Получи результат за год, который так ты не получишь за 10 лет. Пробуйте. Диета подбирается, естественно, индивидуально. Я буду держать вас в курсе. Рельеф уходит. Кубики, кубиков уже почти не видно, животик выпирает. Но это все ерунда. Я знаю, что владея правильной методикой тренировок, я легко потом эти лишние 20-30 килограмм уберу, буквально вот так, за пару месяцев. И пресс будет, и талия будет тонкая, а вот плечи и широчайшие будут намного, намного шире. До следующих выпусков!